Рад вас приветствовать на своем канале по изучению основ работы Primavera PSX. В русском сегменте YouTube практически отсутствует какая-либо информация по использованию данного программного продукта. На своем канале хочу поделиться с вами основами работы в Primavera. Если будут возникать вопросы, задавайте их, пожалуйста, в комментариях. Начнем серию видео с того, где возможно скачать данный продукт. Дистрибутив данной программы не нужно искать на каких-то сторонних сайтах. Его без проблем можно скачать с официального сайта производителя oracle.com, предварительно зарегистрируясь. Итак, приступим. Заходим на сайт oracle.com. Нажимаем View Account, Create an Account. Открывается форма создания учетной записи. Заполняем форму в соответствии с требованиями. Указываем адрес электронной почты. Указываем пароль в соответствии с требованиями сайта. Вводим пароль повторно. Выбираем страну. Обращаем внимание, что страны России в этом списке нет. Выбираем любую другую. Вводим имя, наименование должности, рабочий телефон, название компании, адрес, город, почтовый индекс. И нажимаем «Создать учетную запись». Вот эти вот поля не обязательно писать всю правду. Далее заходим на свою почту и подтверждаем свою учетную запись. Жителям России для дальнейших действий потребуется воспользоваться VPN или браузером Tor. В браузере вводим ссылку, находящуюся по видео. Вводим ссылку. Появится форма для входа на сайт. Вводим указанный при регистрации электронный адрес почты в строку username и пароль в строку password. Нажимаем sign in и попадаем на страницу поиска программных продуктов, произведенных компанией Oracle. Должно сразу появиться вот такое вот окно с программными продуктами. И выбираем верхнюю строчку DLP Primavera PSX Professional Project Management. Если такого окна не появилось, то через строку поиска находим необходимый нам продукт. Вбиваем Primavera. Находим Primavera PSX Professional Project Management. Находится 17 продуктов. Нажимаем самый верхний из них. После того, как выбрали продукт, справа сверху появляется иконка. Нажимаем «Продолжить». Попадаем на список загрузки. Также нажимаем «Продолжить». Попадаем на лицензионное соглашение. На кнопочке «Back» ставим галочку и нажимаем «Продолжить». В открывшемся окне закрываем опросник от Oracle. И скачиваем каждый отдельный zip файл. Все файлы должны будут скачаться в папку загрузки. На этом видео по скачиванию дистрибутива программы завершаю. Спасибо за просмотр. В следующем видео я расскажу, как установить Primavera на компьютер. До скорой встречи.